если кого-то интересует Чебоксарская ГЭС зимой, то вот. Значит, что остался у нас? Да, гололед вообще просто. Сначала у меня вообще руль стал болтаться, я думал, что все, полетело что-то в рулевой. То есть руль стал такой легкий-легкий и при этом не действует. Оказывается, да, вот это симптом. Сейчас вот он потверже. То есть, чтобы, короче, учитесь у деда Семена, чтобы определить, что есть или нет гололед, чуть-чуть вот, вот чуть-чуть покрутить рулем. Если он такой же, как раньше, то его нет. А если... Ну, в общем, по сравнению, значит, с летней, да, поездкой. Я... У меня полностью сейчас здоровая ясность духа. Ну, не находило такое совершенно... Какое-то отчаяние такое смурное, бесовское такое, такое неверное какое-то все. Магическое отчаяние. Находило где-то между Нижним Новгородом и Чебоксарами. Где-то в районе Лыскова. Ну, не случайно. У меня плохо с волосами. Ладно, в общем. Сейчас будет святая надпись «Республика Мариэл». Да, еще я думал... Сначала была мысль заехать все-таки в гостиницу, потому что, ну, как-то полностью устал, когда полностью устал, как-то приятнее просто уже, прийти и упасть вот как-то есть просто в кровать и все. Но, во-первых, у меня каждый раз проблемы, вот оно, да, со сборами. Имеется в виду, что там надо будет в Вирджинии. Хотя хотел бы снимать Вирджинию, но бог с ней. Разложился, сложился. Я же основной не сказал. Мне Вячеслав Ибрагимович предложил ночлег. У него, он сейчас живет в квартире своего сына абсолютно один. Вот заодно новую квартиру покажу. Виды из окна, куча сумасшедшего контента. Вот. Ну, еще и платить. Все-таки Вирджиния, там еще лишние 3000. Ну, зачем, мы найдем им применение получше. Так что, все, следующее. И я решил... На заправке Ишкрова на въезде не заправляться, а уже все. Ехать там чуть-чуть поскрести под глушилку и пытаться поспать до 12.